Новым годом рублю. Что рублю пожелаем? Рубль, падай сколько хочешь, обмани всех, а потом такой рывок в небеса. Всем привет, добрый день, друзья, коллеги, партнеры. С вами на связи Азамат, канал Бибом Бибом. И мое видеообращение. Почему сегодня я решил это посвятить новогодней теме? Приближается Новый год. Хороший праздник, издревле вселяющий надежду и так далее, и так далее. Окей. И в интернете в этой связи идет тоже различного рода оживление. То есть предлагаются различные финансовые инструменты, которые помогут стать богатым в канун Нового года. Но хочу сказать вам одно. Четыре года назад все было очень просто. Вложи, получи. То есть там было все понятно. И из года в год технология отъема денег у людей совершенствуется. То есть придумываются различные легенды, которые оправдывают те или иные проценты. Откуда якобы складываются проценты. Это бывают акции, Google, Yahoo, Microsoft. Выпустил компанию, которая, значит, предлагает вам акции, Газпром, что-то еще, бинарные опционы, что еще на память приходит, Форекс, спортивные ставки, все-все. То есть технология отъема совершенства. Но у всех одна, ребята, цель. Я вам показываю, популярно объясняю, что произойдет с вами, если вы погонитесь за большим процентом и за быстрыми деньгами. Объясняю. Вот. Значит, цель любого инвестиционного проекта под Новый год — оставить вас без штанов. Вот, без штанов. Вот так. Можно вот такую картинку. Для более скромных людей вот такая картиночка. Ну, для более нескромных людей вот такая. То есть цель вот такая — снять с вас нижнее белье. Поэтому будьте осторожны, не предлагайте, не попадайтесь на предложения быстрого заработка. Их нет. Почему я записываю это видео? Потому что сегодня ко мне от моего партнера, от моего партнера, который стал совсем недавно моим партнером, пришел спам. Я ему говорю: слушай, зачем ты это делаешь? Это не надо делать. Не надо заниматься этими вещами. У нас есть замечательный ресурс, который позволяет нам правильно настроить рекламу. Значит, система за нас продает 24 часа в сутки. Продает. Приносит нам прибыль. Если вы хотите инвестировать, то самая сильная инвестиция, и которая даст реальный хороший результат, это инвестиция в трафик. Инвестиция в трафик. Если у вас есть лишние деньги, инвестируйте в трафик. Это точно принесет вам прибыль. Точно принесет. Поэтому, друзья, не гонитесь за быстрым рублем. Не гонитесь за быстрым рублем. Все это иллюзия. Для тех людей, которые захотят получить систему, которая будет решать проблему: реклама, продажа, прибыль, приглашение. Моя система, которую я продвигаю, решает проблему приглашений. Решает напрочь. 100%. Итак, внизу будет ссылка на сайт. Оставьте свои контактные данные, и мы с вами свяжемся и обсудим, как мы сможем сделать ваш бизнес более прибыльным. С вами был Азамат. С наступающим Новым годом!